Всем привет! Собираемся завтра на рыбалочку, но пока решили подкрепиться. Готовим бедрышки, чтобы завтра хорошо ловилась рыбка. Завтра, надеюсь, будет хороший день, будет хорошая погодка, осенние уже, ночи холодные, днем еще тепло. Посмотрим, что получится завтра. Обязательно запишем видео. Надеемся поймать судачка, щучку. Ну а там посмотрим, что будет ловиться. До завтра. Всем привет. Выбрались сегодня с братом на рыбалку. Смотрите, сколько машин. Брат уже готов. Вот он в лодке сидит. Настраивает все. Я только собираюсь. Ну посмотрим, что будет. Что поймаем, посмотрим, снимем. Ну что, ребята, вышел на воду, пока греем двигатель. Рыбаков очень-очень много на воде, полный штиль. Температура воды 18,5 градусов. Ну а что с этого выйдет, вы увидите. Поехали. Ребят, приплыл на такое интересное место. Тут лилии, камыши и чистая вода. Хочу попробовать свою новую обновочку Larva Wing 88 миллиметров. У меня было 63 миллиметра, 76 миллиметра. Это новая у них вышла, 83 миллиметра. Она у меня есть в таких цветах и вот в таких вот. Попробуем, посмотрим, что с этого получится. Бросал сейчас силикон, любимый, мне понравился. Дайва, пока тишина. Сейчас попробуем одеть Larva Wing, может она заинтересует рыбку. Спрашивал у рыбаков, пока тишина. Ни окунь, ни щучка не проклевывается. Ладно, будем пробовать. Ребята, поймал. Заплыл ближе к камышам и поставил свой любимый хеден. И вот взяла вот такая вот щучка. Все-таки она стоит еще в камыше. Ладно, продолжаем. Хеден рулит. Она маленькая, и мы ее отпускаем. Пусть плывет и радует нас еще поклевками. Мы продолжаем ловить. Очень даже хорошо. Ни у кого не клюет. А у меня первый заброс на воблер хеден. И сразу же поклевочка. Замечательно. Вот такие вот места. Вот лилии. Камыш. Вот сюда бросила я в окошко. И там она взяла. Сейчас будем обкидывать дальше. Ну что, ребят, переплываю в другую точку. Обкидал здесь все. Такие красивые лилии. Ну, пока тишина. Рыбка плещет. Будем ловить. Вот, ребята, зацепил чью-то сеть. Сейчас будем ее уничтожать. Сеть такая серьезная. Я, по-моему, еще и на двигатель ее намотал. Ладно, сейчас будем выпутываться.
ребята, такая сеть просто. Я не могу не подорвать ничем, ничего. Не отрезать. Сейчас будем ее рвать. Ужас. Вот, ребята, сеть. Много рыбы. И судачки, и лещи. Посмотрите, какие. Вообще. Перегородили полностью от того берега. Вот до этого. Перегородили полностью сеть. Сейчас будем уничтожать. Ну что, переплываю в другое место. Рыба пока молчит. Не клюет ни щучка, ни окунь. Начали мотаться на катерах. Будем переплывать куда-нибудь в тихое место. Ну что, друзья, будем закругляться. 4 часа дня. Поймал одну щучку. Вторую отпустил. Маленькую вы видели. Сработал воблер Хэдден. Спрашивал других рыбаков, у них вообще тишина. Ребята, собирался уже выходить, думаю, покидаю еще. Опять взял свой любимый силикон дайва. И вот поймал рыбку, только еще не знаю какую, просто камеру уже снял. Сейчас буду вываживать, вам покажу. И это, ребята, сом. Небольшой, правда, но сом. Силикон дайва. Дайва рулит. Вот он, красавец. Вот, ребята, с вами попрощался. Плыл обратно уже к машине. И решил, напоследок, думаю, стану тут коле вбитые. Вот. И вот здесь вот яма 6,5, а выходит сюда на 1,80 м. Думаю, сделаю пару забросов. Взял свой любимый силикон дайва. Вот. И на втором забросе тычок и вытащил сомика. Очень приятный бонус, поэтому решил опять одеть камеру и поснимать. Может, что-то еще здесь поймаю. Посмотрим.